Ну что, город, ты ждал меня? Да по-любому ты ждал. Ты дождался главного воришку всех времен и народов. Я здесь, я прибыл. Опачки, свистнул баночку с чипсонами. Кепочку я возьму, пожалуй. Пойдем еще раз кипарики свистнем. Пакетик за 10 баксов. Берем. Покупаем пакетик, потому что с носком я уже не могу ходить, это невыносимо. Диски, сидиськи. Возьмем диски, сидиськи. Бастард, меня поймали. Покупаем, значит, вот этот вот палец указательный, типа ты. Чё ты? Ты. Ты следующий, типа вот так вот, да? Ладно, покупаем. Тетка не успела, ха-ха, прям у нее на глазах, ха-ха. Все, валим отсюда. Мама, мама, где ты? Мама. Мамы нету, она вышла. Тут еще и ключи продают. Ключ, привет, сосед. Это от квартиры привет, сосед? Серьезно? 50 баксов стоит? Ну да, такой ржавенький, слушай, как в оригинальной игре. Надо бы 50 баксов поднакопить и купить этот ключ. По-любому. Приветищи! Ну что, настало время добраться до квартирки. Привет, сосед! Сейчас, ну давай, беги. Почему так медленно бежишь? Ну, вот так. Бай. О, да. Ну что, нифига себе ключик. Смотри, каких он размеров. Как там? Я думал, он поменьше будет. Надо найти квартирку. Привет, сосед. Я ее вроде бы видел. Ну как квартирку? Там домище. У него дом. Че несу-то? Я ее видел где-то здесь. Вон он. Вроде это он, да? Да, вон там машина побитая стоит. Это он. Привет, сосед. Давненько не виделись. О, да. Со времен оригинальной игры. У него тут копы бегают. Вроде мы можем зайти, да? Почему? У меня есть ключ. Вот. Я открываю дверку. Вау, мы внутри. Что у него весь? Телевизор. Я у него постоянно, когда играл в оригинале, всегда тащил телевизор. Вот так. А можно прятаться в шкаф? А, надо отсюда свалить. Я вижу, он за мной бежит. Я хочу открыть шкаф. О, да их здесь два. Нифига себе, что так много? Не понял, я думал, он один по квартире бегает. Они усложнили задачу, ясно. Давай, в шкафчик. Я дверь от шкафа спер. Нафига мне дверь от шкафа, серьезно? Я хотел в шкаф забраться, вот так вот. Так, выходим. Опа, выходим. Тихонечко на стол запрыгиваем. Угу. Идем в ванную комнату. Что у нас здесь есть? Здесь уже все почистили до меня. Плохо, когда очень много преступников на 60 квадратных метров. Убегаем. Или сколько здесь? Или 100 квадратных метров здесь? Я не знаю. Расскажите, пожалуйста, какой километраж в квартире? Привет, сосед! Чуть не столкнулись лбами. Поднимаемся на второй этаж. Я уверен, что на втором этаже есть О, рычажок. Не работает, к сожалению. Чем поживиться? Даже отверстие здесь сделали такое же. Ништяк, я надеюсь, здесь нет привет соседа, да? Ну ему просто физически сюда не попасть. Что это вот это такое? Это какая-то пуфик, что ли? Это мы находимся сейчас с тобой в детской. Мы можем отсюда утащить книжки. Зачем книжки, если они такие дешманские? Блин, а ты-то кто? Что у него за крылья? Я вначале подумал, что у него крылья из туалетной бумажки, но там видно, что что-то написано. Походу, крылья из черновичков. Ключики могу? Ключики могу, отлично. Если я ключик свистну, я смогу эту дверь открыть? Нет, не смогу. Вот это что? Это же майонез! Ну, точнее, клей. Я его называю майонезом. Он больше на майонез похож. А вон там он еще что-то есть. Заберем. Что это такое? Что это? Это, по-моему, баночка. Баночка с чем-то. Все, можно выходить. Да, можно отсюда валить? Можно валить. Эх, можно было бы здесь брать, например, коробки. А, это коробка! Какой пуфик, это коробки! Блин, действительно. Коробкой разбить окно и просто выпрыгнуть отсюда. Оп. Дядечка пришел. Дядечка-сосед. Убегаем отсюда. Брум-бум. Детектив хотел сказать. Экшон. Музыка из экшона. О, копы. Копы, где дядечка мой? Во. Привет, дядь. $94? Серьезно? Офигеть, вот это я... Зашел к соседу в гости. Так, надо в магазинчик сразу сбегать и прикупить новых фишечек предметов. Так, чё купим? Я хотел себе леденцовую руку. Нет, леденцовая рука, это означает, что я буду быстрее грабить. А мне нужно больше. Я хочу вот... О! Тити-сюмарь! Блин, я теперь похож, знаешь, на фитнес-няшку.
Фитнес-няшку, если ты знаешь, кто это, то напиши в комментарии. Кто такая фитнес-няшка? С такой сумочкой. Вон, да. Так, побежали, значит, к соседу. Быстро. И свистнем сейчас у него что-нибудь на первом этаже еще. Посмотрим, что у нас здесь есть. Кровать. Блин, а где... О, часы! Часы. Обязательно часы. Будильничек. Обожал запуливать. О, будильничек в его. Обожал просто запуливать будильничек в него. Так, убежал. А граммофон можно? Он такой большой. Е-е-е, граммофон можно. Сейчас еще и телек. Всю технику сейчас у него свистнем. Фонарик, я увижу фонарик. Фонарик берем. Теперь, кстати, я 10 предметов могу утащить. И бойлер. Можно я? Бойлер, котел. Нет, к сожалению, его нельзя. Снова сосед пришел. Убираем наш пальчик. Давай-ка мы успеем, не успеем. Он, кстати, движется, по-моему, быстрее, чем я, да? Опа. Шар для боулинга. Тоже его возьмем. Мне вот интересно, сколько будет стоить картон? Это что? Что это такое? О-о-о, тихо, побежи! Как меня бесит эта тема. Ого. Вот это я себе пальцем тыкаю в экран. А, я там не один. Как меня бесит эта тема, когда ты хочешь преждевременно закончить ограбление, то есть не хочешь брать предмет, у тебя персонаж тупо висит, и ты не можешь двигаться, как будто тебе кто-то битый по жбану дал. Это так бесит. Фух. Блин, ну тут же наверняка все исчезло. О, свечка. Ну да, нет граммофона, нет телевизора и фонарика. Ладно, тогда свечку хотя бы возьмем. Свечка есть? Возьмем еще светильник. Светильник можно же взять, да? Можно. Такой здоровый вместился в мою няшную сумочку. Надо подождать появления телевизора и граммофона. О, появились. Только сказал. И по щелчку. Шикос. Давай, дядь, уходи отсюда. Мы такие, типа, незаметно за его спиной прокрались к граммофону. Ага. Все, свистнули даже будильничек. Побежали теперь в другую комнату. Главное на него не напороться. Где шар для боулинга? Берем. Ну давай, быстрее, шар для боулинга. Есть контакт. Вот эту штуку я еще хотел. Спускается кто-то. И сейчас мне, походу, будет кранты, если я на коробочку не запрыгну вот так вот, да? А, слушай, никто не идет. А, вон идет. Давай вот сюда, в уголок. Фух. Ништяк, нас не запалили. Выбегаем, куда бежим? Дверь, давай дверь свистнем. Че, шкафа дверь, может пригодится кому. Бушная дверечка. Шляпа есть. Шляпу свистнем? Свистнем, конечно. Опа. Шляпа, я думаю, стоит как кипарик. Ништяк. Все, валим быстрее. На копа, главное, не напороться. Вон он бегает во дворе. $122. Пойдем себе новую руку за грибушку купим. За грибучка. Сейчас мы ее возьмем. Так, леденцовая рука. Мне кажется, что я не буду с ней бегать. Я ее сейчас схомячу сразу же. О, боже мой. Вот этот большой палец, он просто шикарен. Я сейчас его загрызу. Ладно. Я думаю, что мы сейчас быстренько проверим, как это все дело происходит. С вот такой вот леденцовой рукой. Как быстро происходит ограбление. Смотри-ка, там по крыше чувачок бегает. Давай-ка мы тоже за ним. Глянем, что у нас там наверху. Оп. Оп. Мы на втором. А, тут вон, смотри. Отверстие есть, точно. И можно пробраться в дом. Незаметно. Хопа. О, ништяк. Ключик сейчас возьмем. Вот так вот ключик. Ну, слушай, скорость ограбления, по-моему, не увеличилась. Да уж. Я ожидал больше от леденцовой руки. Опачки, ты посмотри, что у нас за диваном спрятано. Давай-ка глянем. 3 баночки с клеем. Забираем. Есть. Еще осталось 3 предмета. Сейчас мы вылезем отсюда. И чё? А, рисуночки можно? Нет. Листочки можно? Нет, листочки нельзя, значит. Бежим на первый этаж. Забежим сейчас мы в кухню. В кухне холодильник есть. Холодильник нельзя открыть. И можно зато чипсы свистнуть. Чипсы со вкусом стенок. Точнее, чипсы со вкусом обоин. Там, по крайней мере, так нарисовано было. Ты когда-нибудь ел чипсы со вкусом обоин? Так, вижу, вот эту штуку можно? Можно? Нет, это нельзя. Ладно, тогда кипарик возьмем. Вот так. И что? Ну давай, книжечку еще. Главное, чтобы сосед не пришел. Все, 10 вещей. Отлично. Ну что, предлагаю на этом закругляться. Сейчас посмотрим, сколько. 93 бакса.
Блин, ну точно к соседу заходишь, а? Обожаю просто соседа. В общем, если тебе понравилось, то с тебя лайкосик, а также комментосик под этот видосик. Также не забываем подписаться, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить новых крутых видосов. Ну а на этом я с тобой прощаюсь. Тебе всего хорошего, удачки, пока и до нового видосика.